Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Ну что, звук есть? Звук есть? Итак. Фиксин ТВ номер 20, юбилейный выпуск начинается. Я сегодня в костюме ковбоя. У меня два пистолета на груди пришито. Ну, опоздали по техническим причинам. Там нужно было Анке потереть спинку в ванной. Что-то там затерся. Не проследил за временем. Ну чё, звук-то есть? Нормально, все. В честь юбилейного выпуска. Какой то юбилей? 25 юбилей. А 20 это просто круглое число. Так, запись есть, все есть. Сейчас я тут пока готовился. Начнем с хорошего. Я у Пагриши в честном споре выиграл бутылочку портвейна. Он сказал, что он на нее потратил, блядь, 600 рублей. То бишь портвейн должен быть шикарный и качественный. Вот. Но упиваться сегодня я не буду, потому что я вчера пил пиво с тёлкой в железке, который, в принципе, мог бы трахнуть, если бы было куда отвезти. Вот, ну давайте я сначала про тёлку тогда, наверное. Так это новость часа просто. Как там в вестях? Ду-ду-ду-ду-ду. Новость часа про тёлку. А значит так. Ну там вчера мне маме написала тёлка из железки. Мы с ней переписывались года 4. Вот, у нее там появилось время оторваться от детей. Она там, у нее было настроение сходить в кафе, побухать пиво. И я вот с ней пошел. Вот, пошел, встретился в шоколаднице там. Ну, есть такое шоколадное кафе в Эдельвейсе. Вот. Я прихожу, смотрю, у нее уже так культурно там разложено. Два бокала пива по 0,5, суши. Я думаю, блядь, нихуя, платить за это я не буду. И, короче, я себе заказал кофе просто за 200 рублей. Там, конечно, охуенная цена. Кофе 200 рублей, латте. Ну, принесли кофе, туда-сюда поболтали, там пошутили, что вот встретились наконец-то. Да, футболки, это уже 100 лет. Встретились наконец-то, вот. Ну, туда-сюда, 5-10, я тоже решил пиццу съесть за 200 рублей, еще такую маленькую, диаметр 18 сантиметров. 18 сантиметров длиннее моего члена. Вот, и, короче, еще бокал себе пива заказал. Это вот в итоге, когда мы рассчитывались, я пристегнул туда 700 рублей. В общем-то, к ее счету. А счет был на 2000. То есть она нажрала на 1300. Ну, история-то не в том, сколько кто нажрал, вот, а в том, что она, в принципе, уже, я к ней еще потом подсел в конце, так приобнял, там сиськи у нее были, как положено. Вот, она там в районе жопы татуировочка с цветочком. Ну, короче, она была уже готова, она уже подтекла и говорит, ну, сейчас куда мы? Я говорю, ну, ко мне нельзя, поехали в гостиницу. Она говорит, почему нельзя? Я говорю, ну, у меня принцип такой, в первый раз дома не встречаться. Она говорит, да ладно тебе заливать, там жена, дети. Я говорю, ну да, жена, дети, все такое. Вот, но она это ее не смутила, блядь, и мы пошли гулять, я ее провел до дома, там по пути позажимал. Вот, она еле устояла от секса на коллекторе, там такие трубы канализационные. Вот, ну, в общем-то, посидела у меня вот спереди, как вот я сижу, она мне жопой села, я татуировку разглядел, ее там на члене немножко подвигал, ну, в смысле, петинг через одежду. Детский сад, короче. Ну, думаю, может быть, ищемся, потому что он так просто смотрит на эти вещи, муж ей не нужен, ну, так. Поживем, увидим. Короче, вот такая история. А потом я еще заплатил 250 рублей за такси. Из железки до Кучино. То есть всего это мероприятие обошлось мне 250 рублей. Ну, тут пиво поел, пиццу пожрал. Вот, поцеловался в досыль на халяву. Ну да, в районе чуть выше поясницы. Ну вот, через одежду видна.
Какой тачки? Мой Амарок не всегда под рукой. Не, ширинку не расстегивал. Хотя, в принципе, вот думаю, можно было прокатить. Но она говорит, игра в одни ворота, это не мой стиль, то есть я типа тебя здесь удовлетворять не буду. Она говорит, что ты не снял комнату? Я говорю, да блин, мне обычно никогда не везет в таких свиданиях, я же не знал, что ты согласишься сразу, как бы, я вот как бы и не думал об этом. Я ее вообще звал в этот, в лес, она говорит, не, ну что ты в лес, я уже не в том возрасте, хотя и тридцатка всего. Сиськи, ну как, ну, так смотрится хорошо, но я думаю, это они поприподняты. Вот, наверное, двойка где-нибудь, так, двойка с половиной. А в чем меня наебли, блядь? Она готова была поехать, блядь, если бы у меня было местоимение, я бы выбрал. Вообще заметил в последнее время вот эти две тёлки, которые сорвались, они уже, в принципе, готовы были ехать, но, блядь, у меня нету квартиры. Ну, я, в принципе, не расстраиваюсь, потому что мне похуй. Ну, трахну, не трахну. Но зато, как бы, я свой спортивный интерес удовлетворил. Я знаю, что они были готовы поехать и трахнуть. Вот. Да, ну пушапы-то этими. Чашечками. Да, он даже Чикатило. Кстати, а чё? Реально вещь, надо купить комнату, где трахать. Ну, ему шлюх. Ну, тогда раньше шлюх, у них не было апартаментов. Вот сейчас дешевле, чем снять квартиру для трахания шлюх, дешевле к шлюхам ходить. Так, что там дальше? Значит, про тёлку я рассказал. Сейчас, секунду. Ну, надо же похвастаться выигранным пари. Показать, блядь, этот портвейн. Нихуя не видно. Эх, камера. Во. Красный крымский Массандра. То есть выигран был в честном пари. Кредитов я не брал. До 1 мая. Взял 6 мая только первое бабло. Ну, не открыт, потому что я сегодня бухать не хочу. Вчера пиво выжил 0,5. Это для меня много. Хуй вам. Бухать не буду сегодня. Есть только санки попозже. Но вы этого уже не видите. Теперь, блядь, про выходные. Блядь, выходные, это, конечно, хорошо, блядь, но кто-то на выходных отдыхает, а я, блядь, на выходных работаю нянькой. Я уж, честно говоря, заебался. Единственный плюс выходных то, что днем можно поспать. Блять, пока ты дождешься этой кровати, блять, дневного сна, блять, дети тебе мозги вынесут. Так что, так что выходные, блять, проходят ударно у меня. Завтра последний день, и потом на работу с чистой совестью. А там, глядишь, уже и отпуск турецкий. Ну, давайте поговорим про турецкий отпуск. Бухгалтер Рувейф немножко затупил. Что-то он там нахимичил с минимальными платежами. Факт в том, что мне бабла хватает. Даже без отпускных на то, чтобы вот как бы путевку купить, бабла хватает. Бабла не хватает отпускных на ипотечный платеж в июле. То бишь мне надо платить 28-го, а я приеду только где-то 7-8 числа. Вот, то бишь задержка будет нехилая. Поэтому надо отпускные брать, конечно, вкладывать их в ипотеку, в джемик. То бишь там 25 ипотека, 35 джемик. Короче, нихуя отпускных не останется особо. Вот, и я хочу еще, вот, хотел расширить лимиты на кредитках, но Реник, он сам расширяет, Авик мне отказал, говорит, ты и так дохуя нам торчишь 110 тысяч, а Кебик решил подумать. Вот, так что, в общем, не все еще безнадежно. Если Кебик мне даст лимит расширить до 60, как я попросил, с 30 до 60, по 29%,
то можно будет, блядь, можно будет нормально купить путевку за безнал, то есть кредит. И, в общем-то, никаких обналичек не понадобится. Да мне похуй на ваш квинт. Я что-то там не знаю, где эти вы цены нашли. И что такое лучше даймы, хуже даймы, блядь. 116 за скольки? За семью вот в таком составе, как мы едем, или за двоих, блядь. Вы не забывайте, что у нас едет, блядь, когорта. 4 человек, блядь. То есть, это, считай, 3,5 взрослых. Вот на это и рассчитывайте. Вот, да, квасок я сегодня пил. Все, кто читает Инстаграм, это наблюдали. Тут недавно произошло событие у своего ученика Дэна. Я увидел, что ему на карточку пришло 190 тысяч бабла. Я так, мягко говоря, охуел. Думал, он заработал их, какую-то там нашел нишу там в себе. Ну, с одной стороны, порадовался за человека, с другой, думал, блядь, это за 120 тысяч горбачился, он там за неделю 190 заработал. Но оказалось, что это, блядь, его уволили, ему выходное пособие по сокращению. Нахуй такое счастье. Так что, ну, конечно, сумма большая, блядь. Кстати, насчет улыбки. Аня! Ань! Ты что так ходишь, блядь? Давай камеру разверну. Анка тут не ближе. Ты этот протышок будешь пить? Протышок будешь пить? Давай выпей протышка. Подожди, иди сюда, иди. Сейчас снимает скрытая камера с другого ракурса. Ну дай его выпью. Я хочу попробовать волшебный вкус Массандерского портвейна. Завтра на Красную Горку выпьем. Можно я разверну камеру на полградуса? У Анки острое ощущение застыть в миллиметре от фокуса камеры. Вот. Подразнить фанатов. Ну вот, не заходит она в камеру. Стесняется, наверное. А на самом деле, я самое вкусное вино крымское, которое пил, это было десертное вино, называлось Поемнице Херсонесу. Оно было сладкое, такое густое, как патока. И мы его пили на Блатхате в Сокольниках, как это, я не помню, блин, не боюсь Дианона, но кличка у нее пунктуальная была, поищите в стакисках. Вот, я купил одну бутылочку, мы с ней раздавили. Я потом почувствовал, блин, какой зашибись вкус, купил еще одну бутылочку, еще раздавили. А когда я уже пошел за третьей бутылочкой, ну, в смысле, там не в один день, а с перерывами, а когда я пошел за третьей бутылочкой, уже такого вина не продавали. Так что Поемнице Херсонесу остались в моей жизни, как бы, хорошим воспоминанием, но повторить нельзя. И еще мы вкусное вино пили, когда с Анкой были в Геленджике. Заказали в каком-то ресторане французское вино, нам принесли его, мы попробовали, охуели, говорим, о, блядь, как вино называется? И нам сказали, мы даже запомнили это, но потом забыли. Так вот, короче, и не помним мы самое вкусное вино в нашей жизни. То есть какие-то остальные, они все такие винные. То есть я вот, не, ну я сейчас немножко понимаю кайф от вин. Но я же был ой, блин, девственником, трезвенником. Девственником 19 лет, трезвенником до хуй знает скольки лет, до 2000 там какого-то 2000 года, будем считать, условно говоря, до 25 лет. Давай развернуться. Не могу на это смотреть. У нас так жарко, блядь. Да, кстати, блядь, у нас дома опять жарко, а на кондиционер фен жопа мне не позволит разродиться. Так, что ты спрашиваешь? Что тут какой-то ахтунг идет в комментариях? Какой портвейн? Ну это мой портвейн, он честно заработанный. Анка, иди к нам, поучаствуй в Fix NTV, тут тебя приглашают. Слышь?
Ну да, я привык в трусах ходить, а чё? Думаю, же жарко, надо, чтобы проветрилось. Вот, ну ладно, идем дальше по плану. Я всегда планы составляю. Анка, надень маску, выйди в эфир. Ну, давай без маски там, или давай по точку. Анка настойчиво отказывается участвовать в Фиксин ТВ. Да что значит в одних трусах? Вообще без трусов была. Сейчас уже оделась, из ванной вышла женщина. О, что ты орешь, блядь? Что ты не анонимизируешь, что соседи наши? Ну, сегодня у нас с Анкой, как бы я ее решил давить до конца. То бишь, я хочу, в общем, чтобы мое слово в этой семье было закон. Поэтому, если Анка о чем-то меня просит, например, хочет поговорить со мной, я говорю, иди с мужем поговори. Потому что как бы... Ну, лучше поздно, чем никогда. Раньше так не выебывалось, как последние 3 года после рождения малого. Раньше так не выебывалось. Вот, раньше ты слушалась, блядь, книжки по пикапу не выбрасывала, блядь. А ты заработала 500 пизделей. Кстати, ты когда будешь, пока не будешь получать пиздюли, вот, у нас перемирия не будет никакого. Вот. А зачем храбрость? У меня и так храбрости дохуя. Какой портвейн, блядь, нахуй. Кстати, у меня уже моя пластинка раздвинулась до конца. Вот вчера последний раз пробовал прокрутить, она уже не прокручивается. То бишь, мне нужно на следующих выходных ехать в Минск. Я уже заказал билеты, так что я попиздую в Минск, господа присяжные заседатели. Там случился небольшой такой казус. Там врач уволился из клиники и начал свое собственное дело, которое мне делал вот эти пластинки, исправлял прикус. Вот все это так ему интересно было. Ну, случай-то особенный. Ну, я мне тоже программист, было бы интересно там особый случай какой-нибудь запущенный изучать, например, да? Еще за это бабла поиметь. Вот, ну и короче, я переметнулся пока к этому врачу. Вот уже там у него доделаю, там посмотрим. Вот, мне тут еще удивительно, что у нас тут вкучено делают эти коронки под ключ за 5500. То есть это меньше 200 баксов. Ну, там в Минске тоже это стоит 150, в принципе, баксов. Коронка хорошая. Вот. Ну, здесь такая средняя, наверное, за 5500. В общем, я, короче, в непонятках. Я сейчас, короче, закончу с прикусом, сделаю там, может быть, часть коронок, часть, может быть, здесь сделаю, чтобы не мотаться, если там за один раз нельзя будет сделать. Вот. Да, в Минск надо ехать, но у меня есть 8 тысяч в пересчете на русские, белорусские. Я тогда пользовался программой Реника, там, если снимешь дохуя бабок, они тебе, типа, возвращают, там, ну, если там 15 тысяч снимешь, они тебе возвращают деньги за обналичку. Вот, я этой программой воспользовался, в Минске снял, обналичил с Реника, бесплатно, по сути, обналичил, ну, если не считая процентов за кредит пользование этими деньгами. То есть там грейс на них не распространялся, в этом был прикол. Все равно мне нужно было снимать. Вот, и короче, вот у меня осталось белорусскими по курсу 280. Сейчас приеду, посмотрю, насколько они просели эти белорусские деньги. Ну, сейчас, конечно, в интернете залезть, но мне что-то лень, впадло. Вот. Ну вот, я вам покажу. А, вода. Я ее не чистил. Блять. Какое-то говно. Вон, она, пластинка. А, смотри, какие зубы стали ровные. Почти смыкаются. Раньше вообще был зазор дохуя. Ну ладно, продолжим. Я шепелявлю из-за пластинки. Ой, блядь, как-то непривычно говорить без нее. Ладно, одеваем. Погриша. Ты что, в своей жизни говна не видел, что ли? Глаз. Да, СПИДа не существует. Это провокация ВОЗ. Я вообще считаю, что СПИДа не существует, что в Рязани дома взрывало ФСБ, что ВТЦ взорвали сами эти, как их, американцы. Ну, еще подозреваю, что последний теракт в Бостоне был тоже дело рук ЦРУ.
После этих слов, я так понимаю, меня в Америку не пустят, скорее всего. Мне как-то похуй на их голубую американскую мечту. Вот. Вообще в мире творится пиздец, блядь. Я бы вообще, если бы... Ну вот, я думал недавно написать статью на тему «Идеальное государство». И СПИДа не существует, и ВИЧа не существует. Не буквоедствуйте. То есть, ну, СПИД может быть как описание состояния человека с полностью разложившимся иммунитетом, можно применять. Но то, что разложившийся иммунитет от одного к другому передается через ВИЧ, это, блядь, дебилизм голубой воды. Ой, блядь. Ну, это дебилизм полный, идиотизм. Вот, я все порывался позвонить ВИЧ-центр, спросить, а как вы относитесь к теориям диссидентов, типа, и записать потом этот базар, но сейчас что-то так у нас свобода слова стала хуёво в стране, что, блядь, даже не знаешь, за что тебя могут посадить, блядь. Вот. Я, кстати, вот насчет модели идеального государства. Понимаешь, женщина, которая больна СПИДом, это значит, у нее разложен иммунитет. Это значит, блядь, у нее туберкулез, блядь, сифилис, блядь, и дохуя прочего геморроя. И вот нахуй мне с ней заниматься сексом. Ты, блядь, думаешь, что ты говоришь? Я не пастер, который, блядь, себе эпидемию чумы переливал из одного в другой, или что он там делал. Вот. То бишь, СПИДа нет, да, но все остальные ЗППП существуют. Поэтому презерватив и мироместин лучшие друзья статистического пикапера. И не только статистического, но и более продвинутых пикаперов. Нам по статистике везет меньше. Потому что как бы у нас везение должно быть, а у обычных пикаперов умений. Но мы берем не умением, а везением. Как-то так. Зачем мне диплом медика? Я, блядь, я, блядь, вижу, что происходит в нашем мире. И, блядь, СПИД ложится на теорию заговора, как, блядь, ВТЦ на арабов. Один к одному, блядь. Я же не говорю, что, блядь, СПИДа не существует там. Я говорю, я верю, что ВИЧ существует, понимаешь? Вот кто-то верит, блядь, Деда Мороза, блядь. Кто-то там ПГМ-нутые верят в Христа, там мусульмане верят в Аллаха. Я верю в то, что СПИДа не существует. Вот, потому что вероятность того, что он существует, крайне мала. Я не знаю людей, больных СПИДом, например. Я знаю людей, которые больны раком. То есть, если бы он был такой распространенной болезнью, то, блядь, я бы хоть одного назвал, блядь. Но их нету, блядь. Вот. То бишь, это какая-то болезнь, распространяющаяся в узкой тусовке наркоманов. Скорее всего, это синдром, который возникает от, блядь, постоянного вкалывания героина, долбежки в жопу среди пидорасов и прочее вот этой хуеты, которая происходит. Вот. А обычно люди этому не подвержены, блядь. Есть люди, которым ставят диагноз типа СПИД, они вешатся, бегут там и там стреляться, а потом оказывается, что там что-то перепутали. Вот, то есть, короче, нормальному человеку столкнуться со СПИДом, это примерно вероятность такая же, как попасть под поезд. Стремиться к нулю. Так, у меня рак мозга. Мозг рак. Не, почему? Я Путина видел по телевизору. Вот. И очень часто, блядь. И даже Лукашенко видел лично на площади. Так что не надо, блядь, сравнивать теплое с мягким, блядь. Вот. По крайней мере, рак на слуху. Вот, блядь, я даже с тёлками, со знакомыми разговариваю, знаю людей, которые больны раком, блядь. Тоже смертельная болезнь, тоже неизлечимая, блядь, в некоторых случаях. Ну, блядь, СПИДом никого не знаю. Нет, ну они, конечно, может быть, шифруются, там, но они же все равно должны подыхать в итоге. Короче, им должны говорить, вот, чувак умер от СПИДа, блядь, пиздец. Сочувствуем, соболезнуем, блядь, не смогли вылечить. Вот, ну, блядь, нихуя, нихуя. Что? Анка говорит, что хочет кино посмотреть, но я еще не выбрал, какое кино. Вот в чем дело. Ты это просекла, 22:31, еще полчаса у меня есть трансляция. Ты подумай, что я буду сейчас пить. И чем у меня будет на ужин? Вот, и яичко пожарь. Ты мужа нахуй посылай, блядь, а не меня. Так. Вот, так, про свои зубы я вам рассказал. Они? Ну, с аплодисментов их не слышно, потому что связь односторонняя. О, тут спрашивают, что я чувствую про защиту природы. Во, еще один дебилизм, который меня раздражает в современном мире, это то, что, блядь, защитники зверей, блядь, это вообще идиотизм, блядь.
Не, ну ладно, защищать зверей, которые в Красной книге там, или которые в дикой природе бегают, слонов там, всяких китов, которые вымирают. Блять, это я понимаю, это я как бы еще могу понять. Но, блядь, защищать куриные окорочка, блядь, которые безмозглые, которые выращивают чисто для того, чтобы, блядь, их потом сожрать, вот вообще верх идиотизма. Защищать, блядь, быть против мехов, хотя этих меха выращивают, блядь, на фабриках, если бы не покупатели, эти бы животные бы не жили бы, не трахались бы и не жрали, не получали бы кайф от жизни. То есть бы просто бы не было, если бы не потребители, если бы не потребители мехов. Вот это, блядь, дебилизм, идиотизм вообще неизвестно какой волны. Вот, Химкинский лес, мне насрать на Химкинский лес. Кстати, да, я белоленточный, но моя белая лента это против Путина, ничего более. То есть, как бы, если белая лента объединяет тех людей, которые против Путина и того режима, который у нас в стране, то я ношу белую ленту, да. Вот, а если вы считаете, что я ношу белую ленту, потому что я там за какого-нибудь там Насрального или Каспарова, или кто там еще есть, я даже мафию уже не помню, полиция или КАЦА, например, то это не так. Я не вижу лидеров среди оппозиции, вообще какое-то унылое говно. Я бы сам стал лидером, блядь, но я не знаю, меня тогда посадят, а мне кормить детей, ипотеку. Поэтому, блядь, я пока как поэт в России, он больше, чем поэт, он гражданином быть обязан. Вот, я обязан быть гражданином, я на все это говно не могу спокойно смотреть, как разваливают Россию, разворовывают, блядь. И как, блядь, эти ветераны жмут руку Путину, блядь. Я, кстати, вот думал, когда видел парад, как смотрел, как ветераны жмут руку Путину, я думал, блядь, ну неужели среди ветеранов не нашелся ни один, блядь, который бы в руку себе зашил ампулу с танистым калием и, блядь, пожал бы эту руку Путина напоследок, блядь. Вот что меня, блядь, интересовало, когда я видел эту трансляцию. Потому что все настолько фальшиво и наиграно, блядь. Этот человек, который развалил Россию, блядь, прикидывается порядочным, достойным гражданином, ходит в церковь, блядь, на Пасху, блядь, я ненавижу его в наших властях. Так, ладно, про политику нахуй. Да, ну что вас порадовать, чем? Ну вот как бы хотел, блядь, на выходных на этих сходить выебать фею. Но Анка, блядь, пошла лечить зуб, и с нее сняли 3500, а у меня было Малика с собой 5. Остальное лежит на Авике. Я, короче, блядь, ну, зуб, конечно, жены важнее, чем проститутку выебать. Так что я выебу на следующей неделе, наверное. Вот, вообще как настроение будет. Да, что-то вот я даже смотрю, если у меня есть деньги халявные от фанатов, я все равно что-то не спешу трахать проституток. Почему? Ну, во-первых, потому что я хочу такую проститутку, чтобы соответствовала, да? Ну, чтобы потом можно было ее описать фанатам. Также не пойдешь, они фотографироваться не хотят даже со спины. Вот. Ну, хотя ЦФА Дэн сказал, что я его 3000 могу потратить на любую телку, которая, блядь, мне понравится, даже без отчета можно, без фотографии, или даже отчет без фотографии можно. Ну вот, если я попаду в салон, может быть, я за 3000 и чпокнусь, там будет какая-нибудь достойная. Вот. Ну, как помните, я говорил, что первая палка, потом она мне будет делать массаж, вот как раз минут 15, и как раз у меня за это время созреет вторая палка. Ну, может быть, ёбну пол таблетки Виагры перед процессом, как раз через полчаса начинает действовать. Вот, и, в общем-то, будет заебись. Ну, что значит промотай? Я их могу проебать только. Да, я вот хочу потратить, чтобы дальше процесс продолжался. Вот, чтобы, ну, надо, да, войти в это дело, просто войти в ритм, трахать проституток, фей и так далее. Чё ты на меня смотришь, как на врага народа? Сама меня говоришь, что не надо ходить по честным давалкам, ходи к проституткам. Чё ты? Ты же моих честных давалок всех вызваниваешь, блядь. Чё, боишься конкуренции, что ли, блядь? Зачем ты их унижаешь, блядь? Вот зачем ты позвонила, блядь? Вот с тебя три фотки. Три фотки, блядь, если она мне не даст. Она сказала, даст? Может, мы ее тогда домой к нам, чтобы здесь? Что? Нет, это плохо, вот у нас на диванчике, может? Анка тебя просит громче говорить. Она говорит, короче, что она там позвонила, это 4 бутылки пива, охренач. Вот.
Ну, еще, кстати, у меня был пункт 6 мая, был митинг, я на нем не участвовал, к сожалению. Вот, потому что, ну, блядь, не знаю. Ну, некогда было, во-первых, я там чем-то был занят. Чем я был занят 6 мая? Да, я, наверное, работал в поте яйца. Вот, ну и потом, как-то митинги это не то. Надо искать какой-то другой путь, как говорил Володя Ленин, мы пойдем другим путем. Скажем, если бы все нацепили белые ленты, то можно было бы, не отходя от работы, блядь, устроить такой флешмоб, блядь, что, блядь, мало бы Путин и Дерастам бы не показалось. Вот, ну, видите, что-то наше русское быдло, ему нравится жить в говне. Лишь бы, блядь, пускали в Турцию, там, блядь, лишь бы там, блядь, можно было по водочке выпить и все остальное. Им насрать, куда яблочко ты катишься, что, блядь, в России уже нету космоса, блядь, что в России, блядь, уже нету авиации, блядь, что армия, блядь, Сердюкова, блядь, до табуреточного состояния доведена. Это все похуй. Лишь бы, блядь, было чем пузо набить и куда бы, блядь, все это высрать. Когда это есть, это счастье есть у русского, российского быдла, блядь. Пока немцы не начнут против нас очередную войну или там США, русское быдло, блядь, мотивировано не будет. Вот. Ну, мы живем в Парашке, я уже об этом говорил. Стыдно такую страну называть Россией, недостойно она звания гордого России. Парашка она, парашка. Вот. Да, несанкционированный митинг. Если я надеваю белую ленту, то это мое, блядь, убеждение. Мне похуй, что там другие надели ее, не надели, блядь, я ее надел, блядь, и все, и да, давайте доказывайте, что это несанкционированный митинг, блядь. Сначала изобретают законы, которые, блядь, ни на какой кодекс не ложатся, а потом пытаются их применять, блядь, дебилы, блядь, конченые. Не, они не дебилы, конечно, они, блядь, знают, что они делают, блядь, они пытаются так тихой сапой задавить, всех придавить, то есть лишить всех свобод, блядь, и все остальное. Моя родина СССР, если кто не знает, блядь. Поэтому для меня что Рашка, что Белорашка, это одинаковые страны. Вот. Я буду тащить дальше свой крест в этой стране. В этой стране. Вот. Ну, унылый, так унылый, блядь. Что поделать, блядь. Не всегда же мне быть, блядь, веселым. 20-й юбилейный выпуск пройдет уныло. Так, ну что там? Я, блядь, даже не знаю, что еще рассказать. Я весь в мыслях в сборах в Турцию. Принеси мне водички. Анка на ночь пьет кефир. Значит, насмотрелась реклама, там домика в деревне, блядь, что если на ночь пить кефир, то, блядь, будешь лучше работать желудок там или кишечник, не помню. Ну, значит, блядь, объясняю, как я проебываю телефоны баб. У меня есть два источника, где Анка может залезть. Это мой телефон и это мой компьютер. Иногда я забываю заблокировать компьютер, она лазит там, смотрит, пишет в Мамбе, ищет телефоны в My Phone Explorer, программе, которая для синхронизации с телефоном. Блядь, телефон разрядился. Ёбаный. Да уж. Короче, в телефоне у меня появилась болезнь USB гнезда, плохой коннект с зарядным устройством. Это пиздец, блядь. Я же об этом говорил на прошлом Fixin' TV, но не записалось. Блядь, простая идея делать USB разъемы съемными, блядь. Да. Простая, блядь, идея на 1 000 000 баксов. Почему, блядь, никто не сделал? Да мне похуй, что это я ее придумал, блядь. Ну внедрите, блядь. Все уже зарядные перешли на USB. У всех телефонов, блядь, это болезнь, блядь. Через полгода юзания, блядь, гнездо становится раздолбанное, как пизда проститутки с Тверской, блядь. Я не знаю, блядь, куда тянется наш технический прогресс, блядь. Вообще какая-то стагнация сплошная вокруг. Так, что идем дальше? А, ну вот. Да хуй такой софт с распознаванием лиц.
То есть я бываю заблокирую, забываю. И телефон тоже иногда бывает, забываю на защиту поставить. Но у меня еще такая защита, что если звонят входящие, там пароль не требуется. То есть она может поднять, если телка звонит. Например, вечером пробивает, а она жена там, стержек или не жена. И я, блядь, поднимаю, и все. Блять, я и говорю, что у нормальных телефонов зарядка по USB, но, блядь, USB гнездо надо делать съемным, блядь. Если оно, блядь, разъебалось, то ты его, блядь, отвинтил, блядь, и завинтил новое, блядь. Ну, неужели дебилу так трудно понять, блядь? А USB разъем будет подключаться к трем штырькам, которые на проводках. Вот, они точно никогда не разъебутся. Их как раз там пик-пик-пик, и все, блядь. А эти, блядь, Да. USB разъемы, они, блядь, подключены напрямую к плате, и бывает их настолько выламывают, что вместе с куском платы этот ремонт, телефон уже ремонту не подлежит, блядь. Техника, блядь. И это не китайская техника, это, блядь, современные тренды, блядь. Вообще забыли думать о юзабилити, блядь, покупателя, блядь. Им насрать этим уродом, блядь, они только повышают цены, блядь. Так. Да не 200, ну там. Это в рамках статистической погрешности вмешательства Анки. Я думаю, там телок 10 я бы добавил еще на свой конец. Блять, ты сравнил перепаивание и, блядь, смену. Причем перепаять, чтобы, блядь, нужно подобрать соответствующий разъем к плате. Мне это уже рассказывали мастера. То бишь не просто любой стандартный разъем USB мама. Их бывает, оказывается, еще дохуя. Вот. Не проще ли три штырька, три проводка, их воткнуть в этот разъем, и все. То есть такое висячее соединение, блядь. И плата не ломается, если что, если какой-то дебил начнет ее выламывать вместе с платой. И полный пиздец, полный заебись. Вот. Так, все, кто выключает, тут нахуй мне на всех насрать. Вот мой телефон. Вот он, вот, вот, блядь. Вот раздолбанный USB разъем. Надо перепаивать, блядь. Можно, конечно, по гарантии, но, блядь, что-то отдавать телефон, без, на неделю оставаться без него. Короче, мучаюсь там его. Так. Ну, я и говорю, вот эта политика, блядь, чтобы не делают хороших вещей специально, как будто бы. Это не китайское говно, я его купил с звездном. Это Alpha High Screen. Обычный нормальный телефон. Понятно, что он китайский ремейк, но он, я его заказывал не в Китае. Вот, как будто можно подумать, в айфонах гнезда не ломаются, блядь. То есть там такой же разъем microUSB, блядь. Это общая болезнь нашего мирового IT. Понимаете, я не знаю, может быть, кто-нибудь донесет. Через 5 знакомых лиц мы знаем, блядь. Там кто-то с Биллом Гейтсом знаком или еще кто-то. Может быть, все-таки донесут, блядь, что надо USB разъемы делать съемными, блядь. Пока не придумали, блядь, воздушных зарядок, блядь. Да мне похуй, что там в этих, в айфонах. Я тебе просто говорю, что в большинстве телефонов сейчас есть зарядка через USB. Вот. Ну, ты, может быть, не очень часто их подключал. А я на нем и видео смотрю, и все. То есть этот разъем дергает сюда постоянно. О. Да ты что, хуйню сморозил? Это нормальная тема для улучшения юзабилити, причем на ровном месте, не требует никаких вложений, блядь. Но, блядь, как они долго не могли прийти к одному формату зарядки, пока не пришли к USB, так они долго не смогут сделать сменные USB мамы, пока до них, блядь, не дойдет. Вот. О, какой вопрос к волшебнику. Ну, давайте я расскажу про лобешника. Это Стас Мисичкин, хозяин Мисы. Мы с ним как-то работали в одной конторе, там иногда даже обедали вместе. Ну и как бы так, таких... Мне сложно строить такие отношения на взаимопонимание. То есть у меня сейчас друзей, в принципе, особо нету. То есть так, чтобы было так вот, ну, чтобы я понимал людей. Вот такого нету. Но с Мисичкиным там тоже такого вообще, там какие-то прохладные отношения были. Ну вот, ну он как-то там заинтересовался моим скутером. Мы ему на обеденном перерыве поехали в Измайловский парк гонять. Вот, ну там он, я ему дал прокатиться, довез его до Измайловского парка сзади, дал его прокатиться на мопеде на этом. Вот, он меня там чуть не угробил, там что-то у него там пошло юзом, блядь, я так, блядь, сука, везде ровно! Вот, ладно, ладно.
Ну и, короче, потом он поехал ровно. Вот, и я как бы отлегло. Ну и потом он отвез обратно. Вот, единственный раз он катался на мопеде. А еще был такой случай забавно. Я девушку подвез с собой по дороге на мопеде, подвез девушку, оказалась она со мной на работе. Работаю. Вот, блин, прикол. А я еще об этом развенел. И потом на месте. Когда еще на месте об этом рассказывал. И потом эта девушка говорит, блядь, сука, смотри. Ну, ее как бы я нигде анонимизировал, но просто там что-то как-то догадались, кто это. Да мне похуй, как мне отвечают люди. Вон вчерашняя девушка говорит, я вообще мизантропка, я людей ненавижу. Я говорю, а за что их ненавидеть-то, блядь? Лучше на них срать. То есть, как бы люди, это расходный материал. Что? Что-то не так? Так, блядь, я рад, что у нас становится все меньше и меньше, блядь, почитателей моего таланта. В конечном итоге моя цель это 10 слушателей, самых преданных, которые будут смотреть мне в рот и внемлять. А те, которые, блядь, считают, что я хуёвый оратор, блядь, и ведущий, они идут ровными рядами, блядь, в офлайн. Не, меня сейчас тема с мопедами не интересует. Я уже смирился, блядь, с тем, что я хожу до работы 15 минут пешком от метро. Вот, ну, все-таки полезно для здоровья, можно с тёлками попикапиться там, ну и вообще можно там поговорить по телефону в кои-то веки через гарнитурку. То есть 15 минут нормально пешком, а быстрее не доедешь, блядь. Вот, вот он мне предлагал, блядь, ищи работу ближе к дому. Это какой-то дебилизм, блядь. Где я в железке, блядь, найду? Я один раз в Билиген устроился, блядь, но мне через полгода оттуда турнул начальник. Ничего там с ним не сработали. Вот, поэтому сама идея искать работу ближе к дому, это хуёвая идея. Не, ну можно было, конечно, снять блокхату, как я раньше снимал, то есть там и 2 раза в неделю ночевать в Москве, блядь. Ну, я не знаю, мне сейчас как-то неохота, блядь, заниматься пикап, так интенсивно выискивать тёлок. Единственное, что я хочу, это сделать интенсив встреч в кафе. То есть все-таки я тоже давно хочу, но все никак не соберусь, кутаюсь перед читателями. То есть все-таки 3 встречи на 7, на 8, на 9 раз в неделю. Ну, может быть, 2 раза в неделю. И вот прокатать так телочек по встречкам, посмотреть, может быть, фасты созреют какие-нибудь, чтобы было кого уже приглашать в номера, когда есть время. Вот. Да, блядь, мне неудобно отдельный телефон иметь. Понимаешь, у меня целая стратегия прозвона. У меня тёлки разбиты по группам, я их прозваниваю. Мне нужно, чтобы все было на моем смартфоне. Там 2 симки, то есть все заебись. Мне не надо эти все сложности с женой. Она там не очень много этих тёлок палит. Она, кстати, так вчера мамбу почитала, говорит. О, блядь, Сержик, я вчера почитала мамбу и ничего не написала. Там нет тёлок таких, которым можно что-то написать. То есть она выискивает тех, которые реально мне могут дать. Ну или которые красивые. Она вот считает конкурентами. Вот я к нему иду, поэтому надо им насрать в личку что-нибудь написать, что я замужем, я женат, у меня там 2 детей, и еще двое по России бегают. Вот. Ну, а я, кстати, в прошлом Fix NTV говорил, вот, но оно не записалось, поэтому я повторю. Повторю, что, блядь, я не против кому-нибудь забабастать, стругануть детей. На Анку у меня уже расчет слабый. Анка, ты родишь мне? Анка что-то вот не очень же горит желанием. Вот, я бы, конечно, хотел детей в семье. Вот, но раз не получится, то хочу продлить свой род через кого-нибудь еще. Вот. Причем потом можно взять ребенка в семью к нам. Да? Можно же? Если там лишат родительских прав, мамаша, там. Возьмем вечеринку. Как я по праву отца. Данка, блядь, уклоняется всячески. Стругание. Вот. Предохраняется и все такое. Она под портвейном тоже контролирует, блядь. Она больше бокала не пьет. То есть, я даже не знаю. Если у вас будет какая-то идея, как ее обрехать, наш на аборт пойдет, если я ее обрюхачу. Вот. В прошлый раз не получилось, я уже думал, она залетит, а она не залетела. Вот, так она уже была готова пиздовать. Это надо ее, не знаю, там,
обрюхатить и где-нибудь месяца на 3 запереть, блядь, под висячий замок, чтобы потом уже обратной дороги не было. Да? Да регулярно, регулярно. Значит, это без толку. Не, ну почему суррогатная? Она, может быть, хочет сама себя родить от кого-нибудь. От гения 1С. От светилы современной науки там, блядь. От автора улучшальцев многочисленных. Почему нет, блядь? Я же не этот религиозный, блядь, ёбнутый на голову чувак, который гарем организовывает. Я тоже, не, я тоже гарем хочу, блядь. Но у меня то на... Но у меня нету жилища, где, блядь, если бы у меня был свой дом, а? Да нахуй такое счастье, а потом еще алименты. А ты согласна? Анка, а ты согласна на суррогатную мамашу? Почему? Не, блядь, я что-то не понял, ты согласна? Она же сказала, бери кредит на суррогатную. Я хочу. Ну так родят, на суррогатную мамашу потом нам отдаст. Да. Будешь сиськой кормить. Так, за регламентом там сидишь. Блять, ну мы на сегодня начали позже, на 4 минуты. Поэтому на 4 Нет, минуты я сказала, позже. будем Блять, а какое про зомби? Про войну? А мне это про войну, я не накачал. А, ну ты говори про зомби. Ну вот она сейчас слилась. Я говорю, да, я возьму кредит на суррогатную мать. Она говорит, а, нет, блядь, не принесешь ты ребенка домой. Кстати, да, у нас сегодня дома очень жарко, блядь. Кондиционера явно не хватает. Жалко, что не поставил все время кондиционер. Анка, как обычно, закупоривает все форточки. Ну, у нее там есть щель. Не Закрою на половая, всех. а щель открытая. Что у нас открыто, блядь? Вот, надо на И распашку крышу. вообще, чтобы... Крышу. Надо двери на Там распашку, чтобы 40 градусов. сквозняки были, Зима. блядь. У нас вся крыша горячая. Поэтому жара дома везде. Столько баксов я не потяну. Лучше я за столько баксов куплю себе гараж, дом. Туда поселю мадамов, и они будут моими женами. Это дешевле обойдется, чем суррогатная мать. Все-таки да, надо соотносить цена-качество. Да какие бомжихи? Я никогда бомжих не ебал, блядь. Че вы ебнули, что ли, блядь? Я раскладку по профессиям вам давал, свой селок. Иди ставь чай пока. Че ты, блядь, сидишь, контролируешь, модерируешь? Да она позвонит на левый номер, и там я ей опошлю, и она положит трубку. И что это мне даст? Вот надо на лесу шубы как-нибудь вывести, типа там записать, что это какая-нибудь Маша молодая, красивая, дает. Под таким ником. Она позвонит лесошубе, скажет Маша. А лесошуба скажет, да, я Маша. Скажет, да я хочу ему дать, ну что вы, блядь. Ой, как будто меня жена останавливает. Ой, будет вообще разнос. Она, наверное, крыша поедет. Это будет разрыв ее шаблона. Блять, фотки кого вы видели, блядь? Супер пятерки, которые кончал и плакал. Ну, так вот это, считайте, это бомжиха, блядь. Вот. В июле мы по миру не пойдем, у нас все нормально. Платеж ипотечный в августе со страховки, да, там мы еще получим ЗП. В общем, все будет заебись. Время? Время. 22:55, у меня еще 5 минут. Давай сегодня строго по регламенту. Мы поедем в аэропорт, как мы ездим обычно, в Анапу, и как мы ездили и в Анапу, и как мы ездили в Турцию на такси. 1500 рублей в один конец. Такси подъезжает, загружаемся, едем в Газенваген. Вот туда-обратно. Все нормально. Встречает в аэропорту, блядь. Вот, поэтому на такси. Я не хочу, нет, я бы согласился сэкономить эти 3000 туда-обратно на проститутку. Вот там были желающие подвести, это Фуфло и Гриша. Но Анка, блядь, заняла крайне ну, отказную позицию, типа она не хочет, чтобы ее там снимали на видео и до детей там доебывались. Вот, поэтому, короче, 3000, к сожалению, сэкономить не придется. Увы. Есть только Анку в багажник вести. Вот. Но она туда не полезет, мне кажется.
У Гриши надо зубы лечить, что ли? У него же там все вырастает, он говорил, как на этом. На Дали 2004. Ты, блядь, лоханулась сегодня. Ну а чё, фуфло, ты что ли не будешь снимать Анку на видео? Анка, вот фуфло клянется своим хуем и половой потенцией, что он себя снимать на камеру не будет. Давай сэкономим 1500 в один канал. Ну давай сэкономим, блядь. Ну на халяву. Надо же монетизировать свой блог. Подожди, что хорошо, еще 3 минуты. Да, выпуск говно. Много никто ничего не потерял. Но он, наверное, запишется. Так что вам придется это говно еще кому-то пересмотреть. Какой драки? Драки не было. Анка, хотят драку какую-то. Давай проползи мне, гитара, ёбни. Анка когда-то мне пультом попала в глаз. Швырнула меня пультом, попала мне в глаз. Но я это уже рассказывал. Подходы в Турции, блядь. Ну, попробую. Там. Что? Не, ну я, конечно, один там практически не буду. То дочка будет со мной, то Анка будет со мной. И всегда под присмотром. Но я вот думаю, сейчас вот скучно вижу, хорошая жопа идет, да? Ну а я там с Анкой гуляю. Я думаю, почему мне не подкатить? Так, ради прикола, да? Она, конечно, посмотрит на меня как на умалишенного. Ну а вдруг даст? Вдруг она на позитиве тоже такая скажет. Да, я хочу секса втроем, же. Скажу, ну, секса втроем, к сожалению, не получится. Анка не любит этого, но поучаствовать со мной вы можете. Анка мы исключаем, просто ЖМ. Она скажет, конечно, давай ЖМ, пойдем сейчас прямо в кусты. Скажу, Анка, погуляй пока с детьми, я пойду в кустики быстренько сбегаю в ближайший лесопарк Кучинск. Хорошая тема, да? Я об этом подумаю, надо как-нибудь при Анке познакомиться, статистический метод. Ты кто Адлер, блядь? А то Москва, блядь. Тут, блядь, 1500. Или даже 1200, я точно не помню. Давай. Все. Значит, уважаемые фанаты, подходит наш выпуск к моему концу. Вот. Я пойду спать. Всем пока! Сука. Подожди, надо приостановить.